в нашей компании у меня лично такая открытая конкурентная политика назначений и кадровых решений. То есть я всегда стараюсь двигать не то, знаете, с кем часто общаюсь или там кого знаю, а тот, кто, я считаю, эффективнее, лучше работает. Это порой могут быть люди, с которыми я вообще не общаюсь так в обычной жизни, да, и на работе, но вижу их успехи, их результаты и стараюсь их там ближе там, к максимальным вершинам там, компании двигать. Вот. Также я вижу, как вы уже сами развили много людей в компании, да, то есть я это тоже всегда учитываю, при том, как выдавать золотые значки, а как человек развил других людей, насколько он не сам силен, хорошо работает, как он позволяет другим раскрываться, раскрывать их потенциал, там, чувствует, это тоже очень важно. Вот. Ну и для меня, наверное, если честно, самое важное, что вы все еще очень хорошие люди, потому что, слушайте, ну, работать-то можно по-всякому, да, главное быть хорошим человеком, как я считаю. И это тоже очень важно, это тоже, кто бы что, знаете, не говорил, мне кажется, у нас в этаже есть какая-то внутренняя вот ценность, она, ну, точно есть, да. Мне кажется, у нас даже люди как-то улыбаются по-другому, если честно, знаете, естественно, да, что называется. Вот, это, я считаю, тоже очень дорого стоит. Руки дрожат. Не надо, все нормально, давай, ну, заслужила. Спасибо. Тебе правда руки трясутся? Я так переживала. Слушай, молодец. Ощущения мне очень приятные, это придает больше драйва, и хочется еще лучше. И мне компания очень много дала, и мне хочется взамен отдать ей еще больше. Продолжай в том же духе. Не слушай никого там, делай все ярко, творчески, да, так как мы не делаем. Надо уметь выделяться тоже, считаю, это тоже очень важно для дизайнера. Это хорошо. Все, давай. Тогда я тебе жму руку. Спасибо. Молодец. Вы сами должны не ждать, пока люди что-то просят, а вознаграждать тех, кто вот явно себя проявляет. Молодец, я считаю, что это очень важно. К нам, кстати, часто приходят, ну, скажем так, ненадолго, да, остаются навсегда. Это нормально. Молодец. Так, держи. Большие компании, а мы большая компания, безусловно, причем вообще, это такое дело, ну, очень сложное, очень хрупкое еще одновременно, да, и поэтому от наших вот настроений, интеграции, взаимодействий, вот наш успех и зависит, да? То есть поэтому я на вас в будущем надеюсь, потому что я понимаю, что, ну, как бы, есть всем дальше куда расти, да, то есть и надеюсь, что каждый из вас там так будет себя проявлять, что, может быть, там в далеком или недалеком будущем будете уже прям еще плотнее, ближе со мной работать, да, уже на высших управленческих должностях. И надеюсь, что вот это время там будет для вас, ну, возможностью себя проявлять, развиваться, обучаться, там, доказывать, искать что-то новое, что-то кардинально менять в лучшую сторону там и в компании в целом, может быть, в вашей жизни там, почему нет. То есть это очень важно. Поэтому хотел вам сказать большое спасибо, поздравить с таким достижением всех. Спасибо.